Добрый день, с вами опять Евгений Божиев. Сегодня я вам покажу, как расслабить мышцы шеи. Дело в том, что напряжение мышц шеи встречается очень часто. Это и синдром позвоночной артерии, и головные боли, и боли в шее. То, что очень много сейчас населения много сидит. При сидении как раз напрягаются мышцы плечевого пояса, шеи. Много проблем создается с кровоснабжением головного мозга. Опять-таки, для того, чтобы восстановить кровоснабжение головного мозга, обязательно в первую очередь нужно расслабить мышцы шеи, потому что их напряжение, именно их напряжение и нарушает кровоснабжение головного мозга. И еще такой момент, как гипертоническая болезнь. 70% в 70% причиной нарушение повышения артериального давления является именно напряжение задних шейных мышц. Вот. И сейчас я вам покажу, как их надо расслаблять. То есть условно как бы разделим мышцы шеи на заднюю группу, боковые, правую и левую, и две передние. Тоже передняя левая и передняя правая. Да? Вот каждую из этих групп мы отдельно будем растягивать. Задняя группа мышц, именно та самая, которая вызывает напряжение, которое вызывает повышение артериального давления. Как она растягивается? Нужно сесть обязательно, чтобы спина была на упоре, то есть на спиночку, откинуться, расслабиться. Все тело расслаблено. Это принципиально важно, потому что все эти упражнения, эти растяжечки делаются на расслабление. Никаких напряжений быть не должно. Это принципиально важное, самое важное условие. Никакого напряжения. Все расслаблено. Голова просто вот повешена, вот так повесили ее вот на грудь. Она висит, опять-таки, без напряжения, без всего. Просто повесили. Ручки взяли замок и тоже просто повесили себе на затылок. Никакого напряжения. Шея не напряжена, руки никуда не давят. Они просто висят. Вы сидите расслабившись, откинувшись, шея расслаблена, руки расслаблены, только за счет того, что пальчики зацепились друг за друга, они держатся на голове. И все, и сидим 2 минуты в расслабленном состоянии. 2 минуты вот так. По мере того, как мы сидим, мышцы шеи расслабляются, и потихонечку голова уходит вперед. Все ниже, ниже и ниже опускается. Это как раз то, что нам и нужно. Следующее упражнение для боковых поверхностей шеи. То же самое. Сели, откинулись, расслабились, голова прямо, и наклонили ее в бок. Вот просто наклонили, чтобы вот повесилась. Она вот висит в бок. Ничего больше не делаем. Взяли руку и также повесили вот так вот на голову. Все расслаблено. Голова расслаблена, тело расслаблено, рука расслаблена. Мы ее не держим. Обращаем внимание, частая ошибка. Люди кладут руку вот так. При вот таком положении рука соскальзывает. Если вы ее расслабите, вы ее вынуждены держать. А так толку не будет, потому что рука напряжена, и она не будет держаться. Вот чтобы рука лежала сама, без всякого напряжения, нужно ее повесить, положить вот так вот. То есть прямо вот полностью сюда, вот в локтевую ямку голову положили, и все, и опять расслабились. И сидим. Тоже 2 минутки. Все, тело расслаблено, рука расслаблена, шея расслаблена. И также потихонечку шея начинает уходить в эту сторону. То же самое потом делаем в другую сторону. Наклонили голову, руку повесили, и то же самое влево. Это боковые поверхности. Теперь передние поверхности. Передние, вот в отличие от задней, если мы растягивали одним упражнением, то передние, к сожалению, вместе не растянуть. А их надо растягивать по отдельности. Отдельно левую сторону, отдельно правую сторону. Как это делается? Ну, очень похоже. То есть разгибаем голову в противоположном направлении, то есть назад вот так, да, и повернуть ее вот так под 45 градусов. То есть вот у нас вот эта вот поверхность вот уже тянется, да. И тоже положили руку. Вот. Также свободненько. Рука лежит просто до упора, да, и голова висит назад и в сторону повернута. Вот таким образом. Вот тянутся мышцы передней и левой стороны. Потом то же самое делается вправо, с правой стороны. Да? То есть назад повернули 45 и руку положили. И вот она вот так потихонечку оттягивается. Угу. Тоже все растяжечки делаются по 2 минуты. Еще раз обращаю внимание. В расслаблении никакого напряжения в этих позах быть не должно.
Если вы это будете делать, то вы будете поддерживать мышцы своей шеи в хорошем состоянии. Это будет профилактика гипертонической болезни, это будет профилактика инсульта, потому что восстанавливает кровоснабжение головного мозга. И это будет создавать вам комфорт, потому что вы совершенно спокойно будете вертеть головой во все стороны. Всего вам доброго!